Пап, когда мы уже пойдем на улицу? Игорь, ну кто на самокате в квартире катается? Пап, ты же запретил на улицу, вот я и дома катаюсь. Да я, собственно, не запрещал, просто на улице лед, поэтому нельзя кататься на велосипеде и самокате. И что, какой лед, папа? Посмотри, там уже весна. Да? Сейчас посмотрим. Да, и правда уже все сухо. Пап, ну что, ты заметил, что на улице сухо? Да, ты оказался прав. Но что-то мне подсказывает, что ты должен это еще заслужить. Пап, ну зачем мы сюда пришли? Мы пришли выполнять первое задание. Как ты думаешь, какое? Папа, даже не представляю. Тут вот смотри, скатерти, машинки. Это не просто скатерти, машинки. Это... Что это такое? Ну что, круто? Да. Ты готов такое сделать? Да, папа. Ну что, понял суть первого раунда? Да. Скатерть из-под машинок. Кто победит 3 раза, тот и выиграет этот раунд. Да. Поехали? Начинаем. Ну что, пап, кто первый? На камень, ножницы, бумага. А камень, ножницы, бумага, как обычно. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ты первый. Ну что, приступим? Ну давай, приступай. Готов дернуть. Со всей силы вниз, попробуй. Раз, два, три. И... Да! Я готов. 3, 2, 1. Вот и так сдернул. Неплохо, правда? О! Ну что, теперь твоя очередь. Да, вторая попытка Игоряна. Вперед. Игоряна. Расставляем машиночки. Теперь моя очередь. 3, 2, 1. Да! Давай заново. Ребята, теперь моя очередь. 3, 2, 1. Поехали. Да! Ну что, 2-1? Да. Нет, ты не потянешь. 3, 2, 1. Да! Оба-на. Ну что, неплохо, неплохо выступаем. Прошу вас, сударь, теперь ваша очередь. Да. У нас тут будет ничья. Хватит болтать, покажи дело. Да. 3, 2, 1. Да! 3, 2. Ребята. Ну давай, папа. 1, 2, 3. Ну, я был на грани, но все-таки я выдержал. 3-3. Ну ладно, 3-3. Ну что дальше, папа? А дальше нужно пройти вслепую по машинкам. Ого, это реально сложно. Ребят, и второй уровень, не наступи на машину. Так, нужно будет пройти и не наступить ногой на какую-нибудь машину. Наступаешь на машину ногой — 1 штрафной балл. 2 машины, 2 штрафных балла. И так далее. Посмотрим, кто выиграет. Да! Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Ничья. Опять ничья. Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Все, ты первый. Итак, машинки готовы. Игорь, готов? Да. Пошел. 1, 2, 3. У-у-у. Ну что, моя очередь, натягиваем шапочку. Папа, проиграй. На старт, внимание, марш. Пошел. Ребят, ну что, 2-0 в этом раунде? Да, у меня 2 машинки, и у Гариша 0. Посмотрим, пройдет ли он на второй раз. У нас 2 попытки. Пока что я отстаю. Перемешаем машинки, чтобы Гариша не знал и не повторял свои движения. Ну что такое? Натягиваем, чтобы не хитрил. И на старт, внимание, марш. Так, на грани, на грани. А, 2 шага. Молодец. Открывай шапку. Я вот так прошел. Ты вообще за 2 шага все прошел. Ну как это так? Что же мне делать-то, а?
Так, давай с другой стороны теперь пойдем. На счет три. Раз, два, три. Самый сложный. Тихонечко. Оп, оп. Ай! Молодец, молодец. Ну я полностью закрыл. Ну что, моя очередь. Игорюша сейчас замиксует машинкой, а я пока да. одену шапку. Тебе будет сложный уровень. Так. Оставь внимание, Марк. Сразу 4! Ай, поздравляю! Итак, ребята, по итогам двух раундов Игорюша ведет 1-0. В первом у нас была ничья по нулям, а во втором он победил, я наступил на много машинок. Ну что, да. Третий раунд. Да. Конусы с машинками. Покажи ребятам конусы с машинками. Да, ребята, вот такие вот машинки. Да, и Нерф с пульками новыми. Зомби Страйк. Сейчас открывай. Мы с помощью них попробуем сбить машинки с конусов. Да, поехали открываем. Ставить. Давай, ставь. Ребят, открываем. Открывай зомби страйки. Ого, какая. А я пока конусы поставлю. Раз машинка. Два машинка. Три машинки. Вернемся к Игорю. Что у нас тут? Показывай. У нас тут Нерф. Ой, пульки. Так. Доставай свои заряды. И заряжай наш бластер Элит. Ну что, сколько их там? Много? 12 штук? Да. Ну да, держи, заряжай. Я полностью все. И приступаем к нашему последнему раунду. Кто собьет больше машинок на конусах с помощью Нерфа? Да. В наш Нерф влезает 6 патронов, остальные запасные. Держи. Да. Кто будет первый? На камень-ножницы-бумага. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Ты первый. Зарядил? Передергивай затвор-то. Да, точно. Выстрел номер два, Игорюха, давай. Зарядил. Да. Есть. И третий выстрел, последний. Третий выстрел, прицелься лучше. Мимо! Да. Ладно, 2 из 3, неплохо. Ставим машинки назад. Ну что, ребят, моя очередь. У Игорюши 2 из 3. Что будет со мной? Ну что, ребята, как вы думаете, получится? У Игорюши 2 из 3. Поехали. Поехали. Ай, прицелимся. Одна есть. Посмотрим, что будет дальше. Мимо! Мимо! Прямо эта машинка пролетела! Нет! Итак, ребята, у меня одно попадание, у Игорюши 2. И у нас осталось еще по 2 попытки. Посмотрим, кто справится лучше. Твоя очередь. Прицелься лучше. Так, прицелься, не торопись. О, я почти ее сбил! Ой, почти! Не попал. У тебя еще одна попытка. Все. 0 попыток. Пробую я. Было, я догнал во втором уровне. Игорь, у нас теперь 2-2. Ну что, по третьему кругу. Заряжаем наши патроны. Итак, ребята, счет 2-2. У Игоря есть шанс в третьем раунде победить папу. Не торопись, не торопись. Ты прям вообще на метр выше. До потолка сейчас будешь стрелять. Чуть ниже опусти. Так, ну сейчас ты... Ну, да! Одна есть, окей, давай. Окей. Ты только не подползай близко, так честно. Так, честно. Ну тут был удар, но ничего. Я сейчас поставлю. Подальше, подальше. Ой. Оп, так теперь. Да, второй. Ну давай, ладно, я буду стрелять. Окей. Нет. Хотя мне кажется, что это не очень честно. Напишите в комментариях, честно Игорюша сейчас стрелял мертвым или нет, а мы узнаем. Да? Папа, теперь твоя очередь. Какой счет у нас, 4-2? Да, я выиграю тебя. Ну давай. Мимо. Мимо. Все, я проиграл. Проиграл, ребята. Итак, у нас какой общий счет по всему челленджу? Получается 2-0. Ну что, похоже, кто-то сегодня едет на самокате. Победил ты в этом челлендже. Напишите, ребят, в комментариях, кто лучше выступал и за кого вы болели. И какие челленджи проводите вы. Да, и какие челленджи проводите вы. Ну что, на сегодня это все? Да, ребята, заходите ко мне в Инстаграм, там очень классно. Вы не видели новых фоток, которые мы уже сняли. Забегайте
И ставьте лайки. До новых выпусков. Всем пока-пока. Пока-пока, ребята. Смотри другие видео. И не забудь подписаться на канал.